Всем привет, с вами SteevePro. Всем покажу мод, который добавляет маяк в Minecraft Pocket Edition. Вот у нас загрузился мир. Для построения маяка нам понадобится алмазный блок или золотой. Вот так делаем. Вот так. И берем маяк в руки и ставим его в середку. Так, сейчас вот. Как видите, все работает. Маяк заработал. Если мы просто поставим маяк, он у нас работать не будет. Так, как видите, ну, эта полоса тянется очень высоко. Очень высоко. Да, возможно, даже бесконечно. Но иногда, как видите, она пропадает. Ладно, давайте. Ну вот, вот такая высокая. Так, построим из изумрудного блока. Да, и чтобы они меняли цвета, нам понадобится взять цветное стекло и поставить наверх. Ну да, поставить наверх этого блока. Так, что-то маленько у меня заело. Так, сейчас поставим. Так, все. Так, ставим маяк. Вот, тоже работает. Так, остался последний блок. Это алмазный. Ставим. Вот, как видите, на всех этих блоках работает. Ну, вот такой мод. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.